Ну, с физподготовкой у 50 сильнейших в мировом рейтинге тогда 45-е настояло. Ну, вот в конце, в концовку года закрепить этот результат ей не удалось. Отличный перевод и подача была хорошая. Хорошо, сейчас пошла в атаку. Очень здорово чувствует длину корта Докич. Какую победу. Еще один мяч на вы. Вроде бы и неплохо пошла к сетке. Все-таки удалось быстро найти шиномонтаж и эти дырочки в воздушном шарике заклеить. А мяч-то в ауте. Так все-таки реализовывает первый сет и первый с первого брейкпоинта Марион Барта. Вот это лучший, наверное, укороченный в этом матче. И бы за это захотелось. Ну, сейчас она снова в теннисе, снова играет, снова получает удовольствие. Тяжеловато немножечко с ним, потому что Бартали меньше играет косыми ударами, все-таки больше ударов по линии, но они так мощны, так остры, что Докич, даже дотянувшись до мяча, редко когда может вот так вот ответить. Сейчас просто великолепный удар по линии. Проверяет.
Да, он попал все-таки. Попадает точно. Сыграла Докич этот мяч. Ох, какую тяжелую борьбу выдержала у сетки Барта. Стали проходить первые. Ну и, соответственно, гейм остался за Марион. Ну вот, наконец-то она сумела прервать. Как-то никто так и не понял, какие-то возгласы раздались, но, по-моему, Элисон Ланг определила, что мяч попал, засчитала эйс. Докич, правда, проверяет, но на всякий случай она уже подошла к сетке, чтобы поздравить свою соперницу с победой. Ну что ж, австралийские теннисистки закончили свое выступление на Australian Open 2012 года. Остались только мужчины. Ну, кстати, Мэтью Эбден пятисетовую битву Нишикори.